Всем привет! Вы на канале Наталья Михайлова «Рецепты». Сегодня я буду готовить очень вкусный слоеный салат, который называется «Розалия». Для салата мне понадобится. Салат я буду собирать в разъемное кольцо, он у меня будет слоями, и диаметр кольца у меня 18 сантиметров. Салат этот натирается весь на терке. Первый слой – это будет у меня ветчина. Отправляю в разъемное кольцо. Делаю сеточку из майонеза. Следующий слой отварную морковь натираю также на крупной терке. Присаливаю сеточкой из майонеза. Следующий слой натираю яйцо на крупной терке. Отправляю в кольцо сеточкой из майонеза. Свежий огурец натираю также на крупной терке. Следующий слой кукуруза, майонез. И верхний слой моего салата это будет крабовые палочки, натертые на мелкой терке. Засыпаю вверх салата крабовыми палочками. Салат отправляю в холодильник настояться примерно пару часов, и можно украшать и подавать к столу. И украшаем салат на свой вкус. Делаю вот такую сеточку из майонеза. В каждую клеточку укладываю по одной кукурузинке. И по краю салата укладываю укроп. Ну что, друзья, салат мой готов. Вот такой он получился, праздничный, нарядный. Украшать можете по своему вкусу. Я его украшаю так. Салат получается вкусный, сочный, свежий и простой в приготовлении. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.